Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам предлагаю рецепт быстрой закуски – канапе с креветками. Такую закуску можно приготовить на день рождения, на фуршет или аперитив. Все готовится очень быстро, просто и получается красиво. Для приготовления нам понадобится багет, авокадо, креветки, кунжут, соль и перец и немножко подсолнечного масла для обжарки. Сначала нарезаем небольшими ломтиками багет, вот такими где-то 1 сантиметр толщиной. Я готовила на 10-11 штук. Потом вот таким образом ложкой достаем авокадо. Заранее надо, конечно, убрать косточку и разрезать его напополам. Сначала нарезаем авокадо вот так, а потом разминаем его вилкой. Я прямо вот так разминаю на дощечке авокадо вилкой. Затем нам нужно обжарить креветки. Для этого нагреваем сковороду, ложим небольшой кусок сливочного масла, выдавливаем чеснок. У меня креветки уже отваренные и очищенные. И обжариваем креветки, немного их помешивая, буквально 3-4 минуты. Креветки очень прекрасно сочетаются со сливочным маслом и чесноком. И получится очень ароматный. Пока креветки обжариваются, смажем авокадо наши хлебушки. Бутербродики нам нужно подсолить и подперчить. Также посолить и поперчить нужно креветки. На моем канале есть другие рецепты закусок на праздничный стол. Ссылки я вам оставлю в описании под видео, так же как и точное количество ингредиентов. Все готово, собираем наши бутербродики. Осталось только выложить креветки сверху на бутербродики. Если у вас креветки большие, то положите по одной штуке. Если поменьше, как у меня, то по 2-3 штучки на каждый бутербродик. Сверху канапе с креветками я присыпала немного кунжутом. Выкладываем наши бутербродики на блюдо и подаем к столу. Съедаются такие бутербродики очень быстро, так же как и готовятся, буквально за 5-10 минут. И получается такая вкуснота и такая красота. Обязательно попробуйте приготовить такие канапешки. Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю приятного аппетита и до новых встреч!